На сегодняшний день принято решение утвердить тариф 23 на городе. Все дороже и дороже. Плохо, конечно, потому что зарплата не увеличивается. Ну, конечно, против повышения цен. Плохо, конечно, но ситуация в стране такая, видимо. Сейчас вон инфляция, что бензин дорастает, запчасти дорогие. Ну, а вы как относитесь, если что-то дорожает, а доходов нет дополнительных? Это я должен 10 метров платить 23 рубля. Я понимаю, там в Москве, Питере, там у них если идет автобус, то у него полтора километра от остановки, все. А у нас не успел сесть, тут надо уже выходить. Все растет, поэтому и транспорт дорожает. Это не наша выдумка, это на самом деле государственная программа, которая для себя, в первую очередь, как бы государство для себя хочет понять, а сколько же пассажиров перевозит та или иная компания. Нет, не слышал. Я хожу постоянно пешком. Я не езжу на автобусах, как бы. Нет. Первый раз слышу. Слушай, не знаю я. Нет, не слышал. Говорили что-то, да? Слышал сегодня. Слышал? Нет, не слышал. Нет, не слышал. Я вообще ничего не знаю. Продавать мы их начнем, скорее всего, с середины февраля. А вводиться они будут практически сразу. Конечно, это современно, но я думаю, что проблематично будет с ними. Пусть все по-прежнему остается. Без разницы. Нужны, конечно. Да, в принципе, да. Думаю, да, полезно. Ну, зачем они? Ну, думаю, удобнее было бы, конечно, по карточке. Мне не надо. Может быть. Почему нет? Новое все хорошо, но вряд ли это получится в Обскове. Если мне проезд обойдется дешевле, для меня это все удобно. Судя по как у нас автобусы и обслуживание, все это еще и карты тут возят. Я не думаю, что это так уж надо. Ну, можно, почему нет? Ну, если считают нужным, значит, наверное, нужно. До конца февраля будет программа для смартфонов. И, по сути дела, скачав приложение, вы будете видеть вообще любой маршрут. Да, это очень полезно. Я об этом думала уже. Думаю, людям поможет. А было бы идеально. Ну, если это будет работать, это было бы удобно. Вряд ли я этим буду пользоваться, но кому-то это надо, наверное. Исходя из того, какой у нас мобильная связь и где она берет. Кто ездит на автобусах, они же знают, когда он примерно приходит. Тем более есть расписание. Как бы я не думаю, что это приложение нужно. Сейчас сколько пенсионеров, сколько всего это пока для молодежи может быть. Для приезжих, в частности, это, конечно, будет удобно. Молодежи, может, нужно, а пенсионеры вряд ли будут пользоваться таким приложением и такими мобильными средствами. Чего привязались к старухам? Ну, мы знаем. Я такими не пользуюсь. Да, возраст уже не подходит к этому. Вот, конечно, удобно. Потому что будешь знать, где автобус. Другой раз выбежишь, автобус, как говорится, нету, а где он, то пробки, то это, можно ехать тогда на другом автобусе. Это, конечно, создаст дополнительные условия для того, чтобы пассажир не простаивал на остановках.